Здравствуйте, хотел показать книжечки. Называется «Очерки о животных нашей страны». Печати. Печать. 1951 год. Кому нужна, но для продажи. По-быстрому вот все расскажу. Книжка в хорошем состоянии. Заказ, тираж 17 000. Так, следующее. Библия для детей. Девяностый год. О, в хорошем состоянии. Два рубля. Так, тираж. Тиража нету. Финист ясный сокол. Удобно одной рукой. 79-й год. Есть выпуски. Так, книжка все нормально. Ёлки-палки. Так, тираж 100 000. Аркадий Гайдай. Гайдар. Том 4. Издательство детской литературы, 61-й год. Все тут. Так, тираж. Задняя. Тираж у нас 500 000. Родственные, забытые родственные связи Пушкина Телетова. Хорошее состояние, 1981 год. Тираж у нас 150 000. Кому нужно, пишите. В честь и в повод. Советская Россия. 1987. Так, тираж. Тираж. 50 000. Так, пропавшая буква такая большая, Михаил Раскатов. Так, она у нас вот тут записана. Так, она у нас выпрости. Она у нас. Так, тираж 100 000.
Чехов Антон Павлович. Ну, 78-го. Отлично. Так, тираж у нас 900 000. Много. В общем, так, Никита и Никитка. Детская литература. 79-й год. Тут кто-то писал. У нас ее. Нет, ничего, а вот здесь она 450 000. Так, светлячок. Такое состояние не особо. Так вот. Так, рассказы, стихи, сказки. Так, сколько у нас тут? Сто тысяч тираж. Так, теперь у нас идет такая детская литература. Так, 80-й год. 80-й год. Тираж у нас. Тираж 100 000 экземпляров. Тут так сзади оно. Так, следующий у нас. Чуки Гек, Аркадий Гайдар. Семьдесят восьмой год. В хорошем состоянии. 100 000 тираж. Следующие рассказы и сказки. Горький. Так, ну, у нас 76-го. Тираж у нас в хорошем состоянии. Тираж у нас вот он. 900 000. Баллада о Робин Гуде. Так. Такая 70-го года. Приключения капитана Врунгеля. Сладкой. Так, у нас ее ученица. У нас ее 100 000 экземпляров. Вот такие вот книжечки.
Если кому надо, пишите, продам. Для Авито продаж. Всем спасибо, до свидания.